Координировать исполнение стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма должен Совет национальной безопасности и обороны Украины, а не Кабинет министров, сообщает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Прочитав оприлюднену вчора стратегію щодо Криму. Аналізувати її без закритої частини не має сенсу. Багато правильних декларацій, але майже нічого, крім судових позовів, щоб посилювало тиск на Росію і примусило Путіна почати розмову про Крим. Можливо, закрита частина цікавіша, але один принциповий момент видається фундаментальною помилкою. Не можна віддавати підготовку плану реалізації стратегії Кабміну. Все по тому. Не у нашій бюрократії. Крім того, Кабмін не може координувати, наприклад, спецслужби, без яких годі й підступатися. Вся координація виконання стратегії має бути саме в РНБО, як, до речі, і наша стратегія та тактика стосовно Донбасу. Кримсько-татарський громадський та політичний діяч Арсен Жумаділов зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Арсен ага, селям алейкум. Арсен ага, что вы поняли из этой стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма? Во-первых, если мы говорим о составляющей, которая касается прав и интересов крымско-татарского народа, то эта стратегия не о правах и интересах крымско-татарского народа. Вопрос заключается в том, стоит ли на нее смотреть как на такую, которая должна была их урегулировать и обеспечивать. На мой взгляд, нет. В данном случае мы говорим о стратегии украинского государства в отношении обеспечения своих интересов касательно восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета над всей территорией Украины. Если мы говорим сугубо в таком узком понимании, то, на мой взгляд, данная стратегия – это хороший документ. Он должен был давно быть принят. Хорошо, что он принят сегодня по принципу «лучше поздно, чем никогда». Насколько он будет качественно исполнен, зависит от того, насколько исполнительная власть готова к тому, чтобы действительно включиться и реализовать данную стратегию на практике. Некоторые оценки, которые были даны данной стратегии со стороны крымско-татарских общественных деятелей и активистов, по мне, исходят от завышенных ожиданий, что кто-то за нас, за крымских татар, будет писать стратегию нашего народа развития, нашего народа обеспечения наших прав на ближайшие годы. Это задачи, которые нам нельзя с себя снимать и на кого-то перекладывать и ожидать, что она будет кем-то выполнена. В разделе «Ожидания», «Ожидаемые результаты» есть такой пункт, я его зачитаю, и хотела бы, чтобы вы его прокомментировали. «Відновлення та забезпечення прав представників кримсько-татарського народу та інших корінних народів національних меншин». Что это означает? Что вы поняли с этого пункта? Какой вывод нам нужно делать с этого пункта? С этого пункта, я думаю, единственный вывод, который нам стоит сделать, заключается в том, что те наши соотечественники, которые сегодня работают в органах государственной власти, они действительно постарались, чтобы упоминание о крымско-татарском народе появилось в разделе «Ожидаемые результаты». И, наверное, это, как бы, ну, вот, это главный вывод из того, что мы видим в данном разделе, ну, потому что на самом деле то, что указывается, что в результате реализации стратегии будут восстановлены права крымско-татарского народа, но при этом в направлении деятельности указывается лишь бегло о культурных правах крымско-татарского народа, являются симптоматичными и указывают на то, что на самом деле целостно и системно реализация прав крымско-татарского народа заниматься в рамках реализации данной стратегии не будет. Скажите, а как вы думаете, почему не внесли ряд принципиально важных вопросов для крымских татар, предложенные Меджлисом? Потому что, еще раз говорю, это стратегия украинского государства по восстановлению территориальной целостности и государственного суверенитета.
как стратегия украинского государства, это абсолютно нормальный документ, с которым, я уверен, можно работать. Мы, крымские татары, не должны делегировать стратегирование вокруг своих прав и интересов кому бы то ни было. Это наша задача. Мы должны сами выписать нашу стратегию. И в той части, где реализация нашей стратегии будет зависеть от украинского государства, уже конкретно говорить о том, какого вида помощи или содействия нам необходимо получить от Украины для того, чтобы реализовать нашу стратегию нашего развития, которой, я напомню, у нас нет. И вот если говорить о плане реализации этой стратегии, которую подписал президент, его сейчас получил кабинет министров. Я вот хотела бы все же понять, как он будет работать в дальнейшем, что с ним будут уже делать в кабинете министров Украины. Каждый министр будет разрабатывать свой сегмент. Вот что будет дальше, как это будет выглядеть, разработка законопроектов, постановлений, что? Ну, я понял, так, как вы сказали, в теории это должна быть разработка законопроектов, проектов постановлений и приказов соответствующих органов исполнительной власти. Как это будет реализовано на практике, вопрос открытый, на который сложно дать ответ по состоянию на сегодня. Мое пожелание и ожидание, наверное, что в рамках реализации данной стратегии как минимум будет восстановлено и обеспечено беспрерывное финансирование группы каналов АТР. Это действительно важно, потому что мы можем сколько угодно писать правильные вещи на бумаге, но если мы не обеспечиваем доступ наших сограждан, которые проживают в Крыму, к информационному контенту, то, наверное, мы как минимум непоследовательные в том, что мы делаем. И последнее, Арсен Ага, насколько я понимаю, эта стратегия рассчитана на 5 лет. Верите ли вы в то, что на протяжении 5 лет эта стратегия будет выполнена? Ну, если мы говорим об ожидаемых результатах, например, в части восстановления прав крымского татарского народа, то за 5 лет оно точно не будет выполнено. Что касается остальных ожидаемых результатов, то там я не увидел количественных показателей, в сравнении с которыми можно будет замерить фактическое исполнение, дать оценку, выполнена ли стратегия. Там достаточно размытые формулировки, которые, в принципе, позволяют через 5 лет сказать, как то, что стратегия была выполнена, так и то, что она не была выполнена. Это будет, наверное, зависеть от того, кто будет в власти через 5 лет.